Привет, ребята! Вот мы с вами и снова вместе. И сегодня мы вам расскажем кое-что интересное. Сегодня мы вместе с Роем были в зоопарке. Но не в простом зоопарке, а в зоопарке юрского периода. И посмотрели много динозавров. И я захотел себе тоже таких же динозавров, только маленьких. И мы пошли в магазин и купили динозавров. Давайте вместе с вами на них посмотрим. Смотрите, сколько много. Давайте разбираться. Вот первый динозавр. Смотрите, какой он веселый. Как вы думаете, ребята, как он называется? Это спинозавр. У него на спине большой гребень. Вот такой динозавр. Давайте посмотрим следующего динозавра. Например, вот этого. Смотрите, как у него интересно устроена спина. Это стегозавр. Вот такой он веселый, с большими глазками. Наверное, он был очень большим в реальности. Давайте посмотрим следующего динозавра. Вот этого. Это у нас, как вы думаете, ребята, кто? Это бронтозавр. Смотрите, какой он интересный. Длинная шея, большие глаза, ноги и интересный хвост. Давайте посмотрим еще одного динозавра. Например, вот этого. Смотрите, какой он интересный. У него на голове большой гребень с шипами. Наверное, этот гребень служил ему для защиты. Как вы думаете, ребята, кто это? Это трицераптос. Вот такой интересный динозавр. Правда же? Давайте посмотрим следующего динозавра. Например, вот этого. Смотрите, какой он интересный. У него есть что? Большой рот и большие зубы.
Наверное, это был хищник. Как вы думаете, ребята, кто это? Это тираннозавр, самый известный из динозавров. Про него снято очень много фильмов и мультфильмов. Давайте посмотрим еще одного динозавра из нашей коллекции. Вот такой он. Интересный, у него на голове тоже яркий гребень. Это паразаурулов. Вот такое сложное и интересное название. Вот сколько у нас много динозавров получилось. Но в зоопарке их гораздо больше. Но у нас есть, ребята, еще динозавры. Но про них мы расскажем вам в других мультиках. Смотрите нас на нашем канале. Пока-пока!